Приветствую вас в третьей части по вязанию кофточки. Набираем 29 петелечек классическим способом. Но перед тем, как набирать, точно так же отступаем где-то с метр ниточки, для того, чтобы потом сшить. И теперь набираем 29 петелек. На одну сначала 2. Затем приставляем и набираем последующие. Итак, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 23, 24, 25, 26, 27, 28 и 29. Разворачиваем вязание, свободную спицу вытаскиваем. И полностью все петельки провязываем, как всегда, лицевые. Затем первую снимаем, последнюю также провязываем лицевой в каждом ряду. То есть все как обычно и все как мы делали на спинке. Таких рядочков нам нужно провязать 25. То есть это первый ряд. И разворачиваем снова на другую сторону. То есть 25 рядочков всего. Первый ряд заканчиваю, далее разворачиваю, первую снимаю непровязанной и довязываю 28 лицевых. Это второй ряд. И еще провяжем 23 ряда. Я провязала 25 рядочков, у меня сейчас начало 26 ряда. Обратите внимание, ниточка у меня с левой стороны, вот эта начальная, для сшивания. И начинаем провязывать 26 ряд. В нем нам нужно прибавить 2 петельки. Мы будем прибавление делать в начале ряда одной петелечки и в конце ряда второй петелечки. Итак, первую снимаем непровязанной, затем между первой и второй петелькой есть вот такая вот перепоночка. Вы ее одеваете на спицу левую. И провязываете перекрещенной лицевой, то есть провязываете за заднюю стеночку. Вот она у нас петелечка добавлена и продолжаем до последней петельки провязывать все петли лицевыми. То есть полностью все до конца ряда, до последней, не провязывая последнюю. Дошли до конца ряда и снова между последней и предпоследней у нас есть вот такая вот ниточка. Перепоночка. Одеваем ее на спицу и провязываем перекрещенной за заднюю стеночкой лицевой. Последнюю провязываем лицевой. Мы в 26 ряду добавили 2 петельки в начале и в конце, как я вам говорила. При этом у нас сейчас уже на спицах 31 петля. Сейчас мы провяжем 27 ряд, но будем считать его первым. Нам нужно провязать 7 рядочков просто лицевыми петельками платочной вязкой. То есть это у нас первый ряд пошел лицевых петелек. Поворачиваем вязание, снимаем первую непровязанную. Это у нас второй ряд провязывания лицевых петелек. Поворачиваем, далее снимаем первую и третий ряд платочной вязки. Поворачиваем, четвертый ряд первую снимаем и продолжаем провязывать лицевыми. Поворачиваем и провяжем пятый ряд лицевыми петлями. Поворачиваем и следующий, шестой ряд лицевыми петлями. Поворачиваем и, наконец, седьмой ряд. Тоже провяжем лицевыми петельками. Поворачиваем и у нас начало восьмого ряда. В восьмом ряду мы с вами провяжем, как и в 26-м, прибавление 2 петелек в начале одной петли и в конце одной петли. Поэтому первую снимаем непровязанной. Затем вот эту перепоночку между первой и второй петелькой подеваем на левую спицу. Вяжем за заднюю стеночку лицевой. У нас прибавилась 1 петелечка. Далее до конца, до последней петелечки мы провяжем все петельки лицевые. Довязали до конца. Между последней и предпоследней снова есть вот эта ниточка, перепоночка, мы ее подеваем на левую спицу и провязываем лицевой петелькой. Добавилась вторая петелечка, последнюю провяжем лицевой. Теперь у нас 33 петельки на спице. Мы снова разворачиваем на изнаночный ряд,
Первую снимаем не провязанной и продолжаем провязывать ряд. Таких рядочков нам нужно снова провязать 7. То есть, как вы заметили, мы провяжем 7 рядочков платочной вязкой, затем в восьмом делаем прибавление. 7 рядочков, в восьмом прибавление, 7 рядочков, в восьмом прибавление. То есть мы сейчас с вами сделали 2 ряда прибавлений. Сейчас мы провязываем первый ряд и еще 6 рядочков. Снова с вами встретимся на восьмом рядочке, где будем прибавлять 2 петелечки. 7 рядочков у нас провязано, и так мы в начале 8 ряда. Первую снимаем не провязанной, затем между первой и второй поднимаем вот эту перепоночку и провязываем за заднюю стеночку скрещенной лицевой. Мы добавили в начале ряда одну петельку, довязываем до последней петли полностью все петельки лицевые. А затем между предпоследней и последней снова поднимаем петельку и провязываем за заднюю стеночку. Довязываем последнюю петельку до конца, мы добавили снова 2 петли. У нас на спице 35 петелек. Разворачиваем и начинаем все с самого начала. Это у нас первый ряд. И так вяжем еще 6 рядочков, то есть 7 всего рядочков между прибавлениями. А в восьмом ряду мы с вами будем снова прибавлять 2 петелечки. То есть первый ряд провяжем, разворачиваем второй ряд и так далее. 7 рядочков провязаны, у нас восьмой ряд. Первую снимаем и, как всегда, прибавляем в начале ряда одну петельку. Захватываем на левую спицу и провязываем за заднюю стеночку лицевой. Довязываем до конца, до последней петельки сплошными петлями лицевыми, то есть до конца этого ряда. Между предпоследней и последней поднимаем петельку на левую спицу и провязываем за заднюю стеночку лицевой. Последнюю довязываем лицевой, и у нас в конце ряда 37 петелек. Первую снимаем не провязанной и все равно продолжаем провязывать наши 7 рядочков, то есть до следующей прибавочки. То есть это первый ряд, разворачиваем второй ряд и так далее. 7 рядочков провяжем платочной вязкой. Очередные 7 рядочков провязаны, восьмой ряд с прибавлениями. Первую снимаем не провязанной, поднимаем петелечку между первой и второй, провязываем за заднюю стеночку лицевой петелькой и довязываем до конца, до последней петельки, снова нашими привычными лицевыми петельками платочной вязки. В конце ряда предпоследней и последней между поднимаем петельку и снова провязываем ее лицевой. Последнюю довязываем лицевой. В конце ряда добавилось 2 петелечки, то есть у нас сейчас 39 петелек на спице. Разворачиваем и снова провяжем наши привычные 7 рядочков. Это первый ряд и далее второй, третий ряд и так далее. Вяжем 7 рядочков до следующего прибавления. Провязали 7 снова рядочков наших, и это восьмой ряд, последний ряд прибавлений. Сейчас мы провяжем снова, сделаем первую прибавочку в начале ряда между первой и второй петелькой скрещенной лицевой, провяжем, довяжем до конца ряда. И между предпоследней и последней снова сделаем прибавление перекрещенной лицевой, провязываем и последняя лицевой. У нас на спице сейчас 41 петелька. Начиная с изнаночного ряда, мы провяжем уже 9 рядочков. Не 7 привычных, а 9 рядочков. То есть на 2 ряда больше мы провяжем платочной вязкой. Провяжем лицевые без изменения. 9 рядочков наши провязаны, и мы будем сейчас заканчивать наш рукавчик. То есть смотрите, вот он наш рукавчик, высота полностью его связана. До последнего прибавления было 17 сантиметров у меня, и сейчас я довязала после 17 сантиметров еще 9 рядочков. То есть наш рукавчик уже связан. И теперь нам не нужны уже открытые эти петельки.
Поэтому я вам предлагаю их просто закрыть. У меня ниточка, обратите внимание, с левой стороны. И первую снимаю не провязанной, затем лицевая протяжка. Лицевая протяжка, то есть стандартным нашим способом, которым мы закрывали плечевые, скосы делали, затем мы проймочки делали, то есть просто вот такое вот стандартное закрытие всех петелек. Нам нужно все петельки абсолютно закрыть. То есть вот так вот до конца ряда лицевая одеваем на нее, лицевая одеваем на нее предыдущую, лицевая одеваем. И так далее. То есть нам нужно сделать вот такое вот закрытие петелек до конца ряда. Сделали последнюю протяжечку. И все. Теперь у нас осталась одна петелька. Вот она последняя. Я буду отрезать ниточку, но оставлять где-то снова для пришивания ниточку, то есть подлиннее. Я потом лучше из остаточков сделаю какой-то бубончик для украшения. То есть я сейчас ниточку не экономлю. Я где-то метр оставляю для хорошего пришивания рукавчика. То есть вот затягиваем нашу петельку, продеваем сквозь нее кончик, и наш рукавчик готов. Нам нужно таких рукавчика связать 2 штучки. То есть точно так же абсолютно включаете видео с самого начала. Вот так вот. И точно так же абсолютно вяжем второй рукавчик. Такой же длины, столько же делаем прибавлений. Чередуем в каждом 8-м ряду у нас будет прибавление. Вот они, наши прибавочки, видны немножечко на расширение. И вот такие вот, будем считать, трапеции у нас связаны. И теперь мы приступаем к сборке. Итак, ложим спинку, ранее связанную в первой части, на лицевую сторону вверх. У нас с левой стороны вот это ниточки, которые мы оставляли для пришивания. Затем ложим нашу, кладем нашу левую полочку, то есть с нашей стороны это правая, которая с петельками, изнаночной стороной наверх. Вот так вот, где наши петельки, изнаночной наверх. И теперь сверху кладем изнаночной наверх, но пустую полочку, то есть на ту, которую мы будем пришивать пуговички. Вот таким образом мы будем сейчас на изнаночной стороне выполнять плечевые швы. У нас должна ниточка была остаться со спинки и должна ниточка была остаться с полочки. Поэтому одна у нас ниточка будет с полочки использоваться, сшивать мы ей будем, вторая со спинки. Поворачиваем к себе удобным положением. Вот так вот. У нас, смотрите, получается на одной полочке ниточка с основного моточка. То есть мы ее до сих пор не обрезаем. Она нам еще понадобится для вывязывания воротничка. Поворачиваем к себе вот этими швами. И мне вот удобно, чтобы они были в таком положении. Теперь находим самую первую петельку. Вот эту вот косички, закрытие петель с одной стороны. И смотрим под спицами, находим самую первую с другой стороны. Вводим сначала в одну, затем во вторую. Захватываем вот эту ниточку, которую мы оставляли для сшивания. У нас образовалась такая вот петелечка. То есть вам под спицами не очень видно, но вот здесь вот первую во вторую, скажем так, вставили крючок и захватили рабочую ниточку. Теперь снова находим вторую петельку косички с одной стороны и вторую петельку с другой стороны. За обе стеночки с одной и с другой стороны снова вытащили петелечку. У нас уже две петелечки на крючке, и мы делаем вот такой вот соединительный как бы столбик. То есть сейчас мы будем соединительными столбиками за обе стеночки одной и второй стороны вводить крючок и делать вот такие вот, провязывать такие вот соединительные столбики. Таким образом мы сошьем плечевой шовчик. Вот она с одной стороны косичка, с другой стороны. Мы захватываем, продеваем и еще раз продеваем. Теперь снова в следующую захватываем за одну стеночку косички.
за обе, точнее, стеночки косички одной стороны и за обе стеночки второй стороны. И вот таким вот образом. Сильно не затягивайте петельки, не очень туго. Я думаю, что вам здесь видно, что я делаю. Постараюсь не спешить. И вот так вот вводим, захватываем ниточку и делаем такую вот своего рода протяжку. И вот так вот до самого-самого конца у нас петельки должны совпасть. То есть вот они мои петельки. Они у меня совпадают. И вот таким вот образом я сшиваю плечевые швы. Таким же образом и с другой стороны я буду разворачивать и сшивать. Точнее, я уже это сделала, если вы не видите. Итак, в общем, последняя петелька. Обязательно следите за тем, чтобы за обе стеночки у нас вошел крючок, вошла петелька вот так вот. И с одной, и с другой стороны за обе стеночки. Особенно это наша последняя петелечка, то есть от нее зависит, так скажем, красота выполнения нашего шовчика. Потому что весь шовчик может быть красивым, а конец не очень. Обратите на это особое внимание. И вот такая вот последняя протяжечка. Вытаскиваем пока петельку, привытаскиваем немножечко, не до конца. И кладем обратно в наше первичное положение. Вот она получается, мы закрывали с этой стороны. Теперь выворачиваем на лицевую сторону. Вот такой красивый шовчик у нас получился. То есть, как вы видите, не сильно и заметно его. И как бы визуально продолжение идет еще вот такой вот изнаночного ряда с лицевой стороны. То есть, вот такой вот волны. С одной стороны и точно так же закрываем с другой стороны. То есть, в одну стеночку, в другую. Затем вытаскиваем петелечку и еще раз вытаскиваем петелечку. Одеваем одну на другую, как бы соединительными столбиками. Вот они, наши плечевые швы готовы. Эту ниточку я вам предлагаю вот так вот еще сделать воздушную петлю и вытянуть сквозь петлю. Затяните с одной и с другой стороны. И затем ниточки эти вы потом уберете по ходу, скажем так, в косички проденете. То есть по ходу того, когда мы закроем полностью все вот эти вот швы выполним. То есть потом уже спрячете в самом конце кончики. Сейчас не торопитесь. Вам еще, возможно, придется что-то, если не понравится вам, то переделать. То есть смотрите, чтобы у вас с лицевой стороны было все очень красиво и гладенько. Разложите вязание швами плечевыми наверх, ну то есть на изнаночную сторону. Просто разверните полочки в одну сторону, спинку в другую сторону. Берем наш рукавчик и кладем изнаночной стороной вверх. У меня изнаночная сторона как раз таки вот эта косичка, которая закрывалась. Она у меня с изнаночной стороны. И теперь берем рукавчик, вот так вот напополам слаживаем. И находим вот здесь вот серединку, то есть серединку нашей верхней косички. Вот это у меня серединка. Вот тут где-то приблизительно плюс-минус там одна петля. То есть у нас 41 петелечка сверху, вот она наша, скажем так, 21 с одной стороны и 21 с другой стороны петелька. Мы снова разворачиваем и захватываем с нашего плечевого шва вот эту вот ниточку и вводим в эту косичку. То есть как бы таким образом мы с вами отметили серединку рукавчика, серединку, которая у нас будет идти к плечевому шву, вот она, вот так вот. Хотите, можете завяжите ее, хотите нет. В принципе, это значение никакого не имеет. И мы оставляли на рукавчике при закрытии такую вот длинную ниточку. Вот как раз таки этой ниточкой мы сейчас будем сшивать. Вот смотрите, начиная от начала проймы, то есть от вот этого уголочка проймочки. С одной стороны сшивать, сшивать, сшивать до уголочка вот этой вот второй части проймочки. То есть вот этот рукавчик мы пришьем к вот этой пройме. Будем мы делать точно так же, как плечевой шовчик. Почему мы отметили серединку? Для того, чтобы пришить
вот эту часть до серединки, а затем, начиная с серединки, вот эту часть. То есть, чтобы нам было как можно равномернее и красивее пришить рукавчик. Итак, находим первую петелечку проймы, вводим за обе стеночки в нашу крайнюю косичку. Вот они, ввели в одну. И находим опять же косичку, самую-самую первую в рукавчике. Вот она у нас. Ввели крючок, захватили ниточку и вытащили рабочую ниточку. Теперь находим вторую косичку. Вот она у нас. И точно так же с другой стороны, в другой косичке, вот так вот, вторую петельку. И делаем соединительный столбик или протяжку. С одной, с другой стороны выводим петелечку и продеваем сквозь друг дружку, соединение делаем. Вот так вот с одной, с другой стороны, с одной, с другой стороны. То есть нам максимально нужно четко пришить в данном моменте до серединки рукавчика. То есть вот эту часть красивенько, а затем, уже начиная с серединки, мы продолжим как бы гораздо, чтобы было ровнее это пришивание. С одной стеночки в другую стеночку вводим за обе стеночки косички. Вот так вот за всю петелечку, скажем. С одной, с другой стороны, с одной, с другой стороны. И нам нужно сшить до конца этой проймочки. С одной стороны и с другой стороны. От начала до конца. То есть нам нужно, не сшивая прежде боковых швов, пришить рукава. А затем уже будем делать полное соединение. Вот так вот пришиваем один рукавчик. Точно так же потом поделите второй рукавчик пополам нашим плечевой ниточкой, вот этим плечевым скосиком. Вот он у нас. У меня приблизительно идет все четенько по петелечкам. То есть вот я смотрю по количеству петелечек. У меня все идет ровненько и отличненько. Точно так же, я думаю, должно получаться и у вас. Итак, сшиваем до конца этой проймочки вот такими соединительными столбиками. Я думаю, что здесь все тоже должно у вас получиться. Сильно не затягивайте петельки для того, чтобы краешек был не сильно тугой. И, как вы видите, очень получается все довольно-таки мягенько и нежненько. Вот, дошли до последней петельки с одной стороны и с другой стороны. И все. Вот так вот сделали воздушную петельку. Хотите, можете еще воздушную сделать, чтобы закрепить. И вот вытаскиваем остаточек ниточки. Закрепляем вот ниточку. Здесь у меня было пару петелек несовпадения лишних, то есть с одной стороны. Поэтому я их провязала просто в одну петельку. Вот, как вы видите, получилось довольно-таки аккуратно. Где-то совместите просто их, ничего страшного абсолютно. Желательно, единственное, не сразу делайте две по две, а так через, как говорится, через небольшое количество петелек. И вот у нас получилась вот такая красивая лицевая часть. То есть вот наши закругления, проймочки, и вот все красивенько сшилось. Наш плечевой шовчик ровно идет посерединке рукавчика. Точно так же делаем и с другой стороны. Выворачиваем все снова на изнаночную сторону. Вот так вот наши ниточки здесь. Немножечко можно запутаться, но вы постарайтесь, чтобы все было аккуратненько. Еще раз повторюсь, я оставляла и хотела, чтобы у нас оставались лишние ниточки для того, чтобы не делать лишних присоединений. Поэтому сейчас главное будьте внимательны для того, чтобы правильно нам собрать и сшить нашу кофточку. И вот в итоге что мы имеем. Рукавчики пришиты, плечевые скосы наши, и мы снова держим на изнаночной все стороне. Теперь берем один из рукавчиков. Я, например, беру тот, что мне удобнее. Вот они, наши полочки. Вот я беру этот рукавчик и выворачиваю его
на лицевую сторону. То есть получается, на лицевой стороне буду начинать сшивать рукавчик. Вот она, наша лицевая сторона. Берем ниточку, которую мы оставляли для пришивания, вот здесь вот, для сшивания рукавчика. Обратите внимание еще раз, на лицевой стороне. Беру, нахожу первую петелечку в рукавчике. Вот она у меня немножечко такая стянутая, скупенькая, но я ее сейчас достану. У меня тоненький крючок есть. Вот она у меня. Вот. Или хотите, можете сразу отсюда, то есть вот как дырочка идет, как удобно, в общем. И здесь находим с другой стороны первую петелечку. И продеваем сквозь них вот так вот петельку образовываем. Находим следующую петлю в одной стеночке и в другой стеночке следующую. И сшиваем. То есть нам нужно на лицевой стороне сделать сшивание. Но не полностью рукавчика, а где-то сантиметрика 2. То есть для чего это? Для того, что у нас будет отворот на рукавчике. И чтобы он красиво смотрелся, мы часть его сошьем с лицевой стороны, чтобы оно у нас спрятано было красиво. А остальной рукавчик мы свяжем, сошьем, сделаем шовчик с изнаночной стороны. Вот где-то приблизительно я сшила 2 сантиметрика, можете чуть-чуть больше. То есть, ну, я в принципе вот, наверное, на этом и закончу, на 2 сантиметрах, чтобы мне главное, чтобы вот это начало было красивенькое и ровненькое. И теперь смотрите, я выворачиваю вот это наше сшивание на изнаночную сторону. То есть, как мы вот выполняли вот эти вот пришивание рукавчика, шовчик делали, так я сейчас и выворачиваю. Вот у меня получается вот так вот выглядит рукавчик с изнаночной стороны. То есть вот, смотрите. Теперь я полностью достаю все ниточки, вот эти вот, которые наши вот так вот наверх. И поворачиваю удобным для себя способом вот так вот рукавчик наш. Вот она, ниточка та, которая у меня осталась при сшивании рукавчика, я ее убираю. И ниточка, которая самого вот этого рукавчика, то есть не макушки, а самого рукава. И вот с изнаночной уже стороны нахожу первую петельку свободную с одной стороны и с другой стороны. И начинаю свое сшивание рукавчика. То есть я как бы уже продолжаю сшивать рукав, но с изнаночной стороны. В одну, в другую стеночку протяжка или соединительный столбик. В одну, в другую стеночку соединительный столбик. То есть вот, смотрите, я продолжаю сшивать с изнаночной стороны. С одной, с другой стороны стеночки. И соединительный столбик с одной, с другой. Соединительный столбик с одной, с другой. Соединительный столбик. И так вот продолжаю сшивать с одной, с другой соединительный столбик. То есть вот он, наш привычный шовчик, какой здесь был, какой на плече был. Но я уже продолжаю сшивать рукавчик с изнаночной стороны. Рукавчик я буду сшивать, в принципе, аж до проймы. Если мне даже хватит ниточки, я хочу немножечко дальше за пройму. Вот это вот моментик вот этот вот сшить, чтобы все было ровненько и красивенько. А здесь ниже проймочки мы будем сшивать вот этой ниточкой, которую мы оставляли для сшивания наших боковых стеночек. Почему вам говорю, что мы за пройму зайдем? Если мне не хватит ниточки, может быть, я до сюда дошиваю. Нам проймочку нужно будет вот этот подмышкой, так скажем, место подмышкой нужно прошивать будет отсюда до сюда одной ниточкой, то есть сплошной, чтобы здесь не было никаких дырочек, никаких соединений. То есть если мне хватит ниточки, я полностью прошиваю пройму. Если не хватит, то до проймы, а затем уже буду сшивать боковой шовчик, и им уже захвачу вот эту вот подмышечное место, то есть одной ниточкой, как я вам уже говорила. Но я сейчас буду сшивать пока рукавчик, выключу камеру, а затем включу, покажу, о чем я говорила только что, но уже на практике. Вот я сшиванием дошла до
вот этой вот подмышки. О чем я говорила? Если ниточка мне позволит, я провяжу еще ей же, то есть той ниточкой, которая пришивала рукавчик. У меня ниточка позволяет пришить, поэтому я буду сшивать еще вот эти 3 сантиметра, то есть где-то 1,5 сантиметра до вот этих вот линий сшивания. И где-то еще 1,5-2 от нее. То есть, как я вам говорила, сшивать я буду одну и вторую стеночку ниточкой, ну то есть одной и той же ниточкой. Итак, вот вводим крючок в одну стеночку, во вторую. То есть как бы продолжаем то же самое сшивание, но просто будем сейчас вот здесь вот максимально под мышкой еще провязывать вот так вот в наши как бы швы предыдущие, ну то есть которые мы делали сшивание рукавчика с кофточкой. Вот здесь вот вводим еще крючок сюда вот под саму мышку. И вводим с этой стороны подмышку, то есть чтобы у нас не было никаких отверстий и дырочек. Теперь находим с одной стороны вот здесь вот первую петелечку после шва. И с другой стороны первую петелечку после шва. И продолжаем. Все точно так же, просто я вам говорила, чтобы вы не сделали соединений, так скажем, с рукавчика. И с боковой стеночки соединение сделали ровно под мышкой. То есть это не очень удобно. И здесь уже свое соединение есть при пришивании рукавчика и рукавчика к кофточке. Вот она, наша ниточка. Чтобы здесь не было слишком много разных там узелков и, в общем, прятания ниточек, так скажем. Вот, вот я провязала немножечко дальше. Все, здесь у нас, посмотрите, с лицевой стороны все очень аккуратненько, гладенько. Вот такой вот красивенький шовчик получился. А теперь берем, поворачиваем к себе боковой стеночкой. Находим вот эту ниточку, которую мы оставляли для пришивания. 80 сантиметров я оставляла, погорячилась, но ничего страшного. Я эти ниточки, обрезочки потом знаю, куда деть, поэтому я буду, так скажем, сшивать вот этой ниточкой боковой шовчик. Точно так же, как мы сшивали рукавчик. То есть тоже за обе стеночки находим одну петелечку, делаем общую. И сшиваем до вот этого момента, где мы бросили сшивание с рукавчиком. Вот я, получается, закончила сшивание под проймочкой, под мышкой. И здесь боковой шовчик тоже закончила сшивание. Просто в петельке продела остатки ниточек. Я немножечко обрезала, у меня осталось немного больше. Вот, и теперь мы переходим к вязанию и сшиванию, точнее, второго рукавчика. То есть мы находим второй рукавчик. И здесь будем начинать сшивать, тоже выворачивая рукавчик на лицевую сторону. То есть вот здесь вот мы сшиваем точно так же, как и на первом рукавчике, пару сантиметров на лицевой стороне. Затем выворачиваем на изнаночную сторону и сшиваем аж под проймочку. Вот я повернула вторым рукавчиком. У меня лицевая сторона вот эта, где рубчики наши. Поэтому я нахожу первую петелечку с одной стороны, первую петелечку с другой стороны и начинаю сшивать. Первую петлю нахожу, далее первую петлю и делаю соединительный столбик. Соединительные столбики я делаю точно так же, как на первом рукавчике. На таком же уровне делаю, ну то есть все абсолютно точно так же. И я просчитала на прошлом рукавчике, я сделала 6 вот таких вот изнаночных рядочков. Поэтому вот он у меня 6 изнаночный рядочек. Я еще буквально один стежочек делаю. И все, на этом мое сшивание с этой стороны заканчивается. Вы посмотрите, на сколько сделали вы далеко. И затем выворачиваем на нашу изнаночную сторону. И точно так же вытаскиваем вот эту петелечку последнюю провязанную. Подтягиваем все. И продолжаем сшивать до момента того, где у нас проймочка. То есть под мышкой. Как и на этой стороне,
мы сделаем до вот этих вот пор, то есть где-то 1,5 сантиметра под мышку идем на боковой шовчик. Я сшила все рукавчики, как я вам уже и говорила, до вот этого момента с одной стороны, до вот этого с другой стороны. Теперь сделала боковые швы, и у меня остались вот такие вот всякие кончики, ниточки, остаточки. В общем, вот здесь вот у меня при вывязывании рукавчика было соединение, вот здесь под мышкой. В общем, все вот эти кончики, кроме вот этого кончика, который у нас от основного вязания идет, полностью все красивенько уберите, закройте, то есть чтобы их у вас не было. То есть у нас должна остаться только вот эта ниточка, которая идет к мотку. Все остальные ниточки абсолютно они нам не нужны. То есть все вот это вот убираете, берете в ручки крючок, затем берете вот так вот сквозь разные косички, вот это вот самые тугие места, которые у нас при сшивании были. Вот, и ножничками обрезаете кончики, то есть и убираете точно так же вот это начальное, при начальном вязании, все с этой стороны, то есть с изнаночной, полностью все-все-все. Прячем кончики, а затем мы с вами будем продолжать вязание. После того, как попрятали все кончики со всех сторон, выворачиваем на лицевую сторону. Вывернули на лицевую сторону, все аккуратненько поправьте. Все шовчики у нас, как вы видите, красивенькие, ровненькие, гладенькие. Выворачиваем, делаем отворотик вот так вот, краешка нашего, до того момента, где мы сшивали. Вот он начинается, шовчик во внутренней стороне. Все красивенько поправляем. Все у нас, как вы видите, замечательно получилось. И теперь мы будем заниматься вот этой вот горловинкой. То есть вот она у нас все красивенько здесь вывернута. И вот она наша рабочая ниточка. То есть, как вы помните, мы будем продолжать вывязывать первую петелечку в ряду. То есть независимо от того, что... независимо от того, что у нас... как-то не так провязано, или в общем нам нужно продолжить, иначе говоря, вот эти рубчики. Поэтому первую петельку с начала ряда, первую петелечку вот здесь вот в конце ряда при вывязывании изнаночного ряда мы все время провязываем, то есть все продолжаем, как и вязали. Вот они, наши отворотики с одной и с другой стороны. И вот такая замечательная получилась у нас кофточка. Здесь нам нужно будет на этой полочке пришить пуговички на уровне вот этих вот петелечек. И мы занимаемся, в общем, горловиной. Берем нашу спицу свободную и начинаем провязывать просто вверх прямыми обратными рядами. Вверх полотно, но не забываем, что первую петелечку, которая у нас с этой стороны изнаночная, то есть с той стороны она была последняя лицевая, мы провязываем вот так вот просто лицевыми. И так вяжем просто вверх несколько рядочков. Я провяжу где-то рядочков 5, а там включу, посмотрим, что у нас получается, и решим, что мы будем делать дальше. Итак, вяжем просто 5 лицевых рядочков прямыми обратными рядами. Провязав 5 рядочков, провяжите еще 15. 20 рядочков провязаны, и теперь нам нужно развернуть лицевой стороной к себе. Мы сейчас эти петельки просто закроем обычным способом, которым мы закрывали проймочки и так далее. Первую снимаем непровязанной, далее провязываем лицевой и одеваем первую на вторую. Следующая лицевой. Одеваем. Следующая лицевая, ну, протяжки, как я их еще называю. В общем, нужно закрыть вот эти просто открытые петельки. На лицевой стороне обычное закрытие петелек. Вот такой вот косичкой. Нам нужно дозакрывать все петельки до конца ряда. Мы дозакрывали все петельки. Вот они, красивенькая наша косичка с лицевой стороны. Теперь
берем, обрезаем ниточку и оставляем где-то сантиметров 15. То есть не сильно, так скажем, обрезайте кончик ниточки, а оставьте. Можете даже пока не сильно плотно, не сильно туго вот так вот закрепить ниточку. Теперь смотрите, разворачиваем полностью на лицевую сторону нашу жилеточку. И сворачиваем так, как, скажем, должно оно быть. То есть здесь вы пришьете пуговички, вот они наши петельки, пуговички, на таких же, на таком же расстоянии, в общем, рядов. Посчитайте здесь вот эти вот изнаночные ряды, то есть полосочки наши 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. То есть между 19 и 20 рядом вот они наши две полосочки, и от них так далее посчитайте количество именно вот этих вот волн для того, чтобы правильно и красиво расположить пуговички с этой стороны, ну то есть пришить их на полочку, красивенько было. А после того, как пришьете пуговички, только после того, как пришьете пуговички, обязательно я акцентирую свое внимание, правильно расположите, скажем так, вот этот вот отворотик, прикрепляете ниточку вот здесь вот с изнаночной стороны и пришиваете вот так вот вашу горловинку с одной стороны. И вот мы оставили ниточку для пришивания с другой стороны. Она должна четко у вас, уголочек, вот так вот ниточка, вот это крайняя, и уголочек четко должны располагаться между пуговичками вот этими вот. То есть, которые петельки сейчас, у вас здесь будет пуговички. И вот вам нужно красиво и ровненько сюда пришить. Точно так же и здесь хорошо пришиваете. Аккуратненько все это расправляете. Вот, обязательно перед тем, как пришивать внутреннюю, сначала пришейте внешнюю и посмотрите так, чтобы у вас красивенько располагалась как внутренняя, так и внешняя по отвороту. Вот она. И точно так же берете, пришиваете с лицевой стороны, обязательно только после того, как пришьете пуговички. Для того, чтобы у вас красиво и ровно все это располагалось. То есть пришьете пуговички, затем пришьете внешнюю сторону. Вот эту, где у нас сейчас ниточка между пуговичками, между данными петельками, но у вас будет пуговички. И точно так же с внутренней стороны хорошо вот так вот распределите, то есть посмотрите, где вам нужно ее пришить. И вот у вас получается вот такой замечательный треугольный воротничок. Конечно же, перед пришиванием точно так же обратите внимание на нижнюю часть, то есть чтобы снизу у вас тоже было все ровненько, гладенько. Вот оно у вас пошло уже сбой, как вы видите. И вот он, то есть вот пришиваете. Здесь все ровненько, и с внутренней стороны уже вот эту сторону, вот этот треугольничек пришьете отдельной ниточкой, закрепляете. И такой получился у нас замечательный жилетик для новорожденного. После того, как я закончу, я вам покажу, что у меня получилось. И заодно мы с вами просчитаем количество рядов, где я здесь пришила вот этот треугольничек. И здесь, где пришила вот этот треугольничек. То есть уголочек, треугольничек. Так все довольно-таки получилось аккуратненько. Обратите внимание на изнаночную сторону. У вас все должно быть красивенько, идеально. Если вы не убрали какие-то кончики, обязательно уберите их, косички. Здесь у нас тоже все достаточно получилось ровненько, красивенько. Здесь отворотик наш. Вот он как раз он до, скажем, на лицевой стороне. Он был сшит, так скажем, и благодаря тому, что был отворотик, вот она, этого шва не видно, все красивенько, гладенько. И нам осталось всего лишь закончить пришить пуговички и вот эти вот, скажем так, уложить наш красивенький воротничок и попришивать его. Так, надеюсь, что вам все должно остаться понятно, поэтому пришиваем пуговички, заканчиваем здесь. Уже как проявится ваша фантазия, хотите, можете какие-то бантики. А я вам говорила по поводу остаточков пряжи, которые у нас остались. Можете сделать, например, два бубончика прицепить или просто бубончик один. Ну, то есть в качестве украшения можете на веревочках, как вот на детские кофточки, две веревочки и здесь бубончики. Ну, то есть в виде вишенок таких. Ну, в общем, это по вашему желанию. Хотите, можете
что-то еще придумать. Хотите, можете карманы на Шине сделать, либо какие-то аппликации. Но так как у меня это классический вариант, то я оставлю все так, как есть. Единственное, что хочу все-таки доделать, я воротничок и пришить пуговички. Я пришила пуговички и закрепила треугольничек, о котором я говорила. Сейчас я вам покажу, как выглядит это с внутренней стороны. Вот они, мои 4 пуговички, которые мы с вами пришили на правой полочке. Вот, смотрите, получается, я посчитала количество изнаночных вот этих вот рядочков и точно так же пришила на таком же уровне свои пуговички. То есть вот взяла свои вот эти вот 4 петелечки, точно так же здесь их отступила, между третьей и четвертой, так уточним, вот между третьей и четвертой здесь, и точно так же вдаль отсчитала 15 петелечек и пришила вторую пуговичку. На расстоянии вот этих вот рядочков я посчитала, пришила точно так же в соответствии второй ряд пуговичек и закрепила вот он свой треугольничек ровно между пуговичками. Вот смотрите, если мы пуговички уберем вот так вот ровненько, точно так же и с лицевой стороны. То есть вот я закрепила свой треугольничек между дырочками, между петелечками для пуговичек. Немножечко его приметала. Единственное, что хочу заметить и обратить ваше внимание на то, чтобы перед тем, как пришивать вот этот лицевой треугольничек, то есть на лицевой стороне, я вам советую ниточку разделить на вот эти вот полосочки. То есть ниточка состоит из 3 ниток кручения. Вот разделите их на 3 ниточки. Одну спрячьте где-то между вязанием, а двумя в одну сторону пришейте одной и в другую сторону пришейте второй ниточкой. То есть двумя ниточками в разные стороны подшейте. То есть буквально вот здесь вот несколько стежочков, 2-3 стежка, и закрепляете, прячете ниточку. Хотите, можете просто тем толстым краешком без деления просто наметать. То есть если вам непонятно, как здесь пришить, я думаю, что в принципе здесь все понятно, очень просто довольно-таки. И в итоге мы, получается, застегиваем наши пуговички, получаем такой замечательный жилетик, очень удобный он в носке и, в принципе, получается довольно-таки симпатичный. Единственное, что для тех, кто хочет потом при носке увеличить немножечко жакетик, ну, к примеру, у вас вырос ребеночек, здесь вам в рукавчиках все хватает, пока здесь горловинка, все отлично, но вам, например, не хватает длины кофточки. Длину кофточки вы можете набрать на изнаночной стороне и довязать. То есть просто довязываете. Единственное, что на вот этих вот швах вы просто провязываете с лицевой стороны изнаночные петли. То есть ровно один ряд изнаночных петель. Ну, как бы визуально добавляете шовчик с одной стороны и точно так же с другой стороны. Просто набираете вот здесь вот петельки с косички и довязываете. Ну, допустим. Если у вас вот здесь вот рукавчик маленький, то просто можете один из вариантов это откатить. То есть ничего страшного, здесь вот этот краешек, буквально шовчик здесь у нас очень маленький. Поэтому вы откатываете, здесь немножечко довязываете. Вот у вас еще кофточка на пару месяцев точно хватит. Рукавчики довязывать я не рекомендую. Лучше возьмите, не поленитесь, перевяжите кофточку, добавьте, допустим, какого-то цвета, например, беленького, если вот у вас голубенько. Или же докупите такого же цвета. Ну, то есть, если 100% совпадения попадания в цвете не будет, то добавляйте любой другой цвет. Можете нежнее, можете беленький, опять же. Вот, я взяла пуговички диаметром где-то 1 сантиметр и 1 миллиметр, то есть чуть-чуть больше, чем 1 сантиметр. Вот. Для того, чтобы у меня с петелечек не вытаскивались пуговички, то есть со временем петельки немножечко потянутся, пуговичка должна быть больше, чем петелька. Обратите на это тоже свое внимание. В общем, получился у нас вот такой замечательный жилетик. Я надеюсь, что вам понравился мой видеоурок. Обязательно комментируйте, задавайте вопросы, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!